Ребят, всем привет, вы смотрите канал Крим, меня зовут Никита, и сегодня у нас такой неформальный влоговый анбоксинг, все еще потому, что у нас нет камеры нормальной, приходится снимать на экшн-камеру. И раз уж мы снимаем на экшн-камеру, мы решили снять это в таких вот бытовых условиях, просто в машине у Макдональдса. Так, достаем коробки. Короче, я не сказал, что мы анбоксим, а анбоксим мы супер свежий релиз. Коллаборация Фаррелла Уильямса и Adidas NMD Human Race в новой версии Trail. Погнали. Пакетик уже, да, о чем-то говорит. DLT. Понятно, что это какой-то премиальный магазинчик. И вот такая вот коробка. Смотрите, молочного цвета, такого бежеватого. Здесь написано Hugh, Human Race, соответственно, это человеческая раса. Коробка вот такая, здесь написано PV Human Race NMD TR. PV это Pharrell Williams. А далее вы знаете, смотрите, сразу же нас встречает чек, чтобы было понятно, с чем мы имеем здесь дело. 17 020 рублей стоят эти кроссовки. Куплены они были 11 ноября в день релиза в 10:53. Видимо, чуваки из Dope Shop стояли просто ночь там, я не знаю. Вы видите вот эту бумагу? И далее здесь внутри находятся кроссовки. Я сразу же вижу, что это мультиколор расцветка, которая ранее применялась уже в коллаборациях Pharrell Williams. В предыдущих буквально была мультиколор тоже расцветка. Это NMD-шки, которые вы все хорошо, я думаю, знаете. Все очень просто. Верх из Prime Knit, то есть мультиколор расцветка. Здесь вышивка Earth, то есть Earth земля. И далее у нас идет midsole, это Boost, самая технологичная модель подошвы, материал подошвы, который применяется в компании Adidas на данный момент. И outsole у нас сделан резиновый, но не обычный, как у NMD-шек было ранее, а именно такой трейловый. Это значит то, что он более зубастый, видите, такой агрессивный у него характер. Это значит, что вы можете типа лазить по горам, так как весь релиз вдохновлен трейловой обувью. А трейловая обувь у нас, она обычно это ботинки, у них такие прикольные обычно трубчатые шнурки с точечками, которые будут в следующей паре. Забегая вперед, вам говорю. И здесь у нас пластиковые такие вставки, которые были в NMD R1. Сбоку у нас идет такие треугольники пластиковые, в которые вы можете зашнуровывать по-разному кроссовки свои. Вот так вот некоторые делают шнурки, часть назад цепляют, часть вперед. И, в общем, креативят с этим как хотят. Также здесь идут желтые шнурки в комплекте. Интересно, что шнурки упакованы отдельно. Видите, один шнурок, второй. Здесь идет такой вот ценничек, не ценник, а просто QR-код и описание этой модели. Соответственно, вы можете посмотреть, что это размер, там, где они сделаны. Сделаны они во Вьетнаме. И вот такие вот вьетнамские кроссовки стоят в России 17 тысяч рублей. Ритейл в мире составил 250 долларов, и сразу же их перепродают по 500 там с чем-то. И, соответственно, эти стоят где-то 25. На втором кроссовке написано body, то есть тело. Земля и тело. Такая вот мультиколор у нас пара. И давайте перейдем ко второй паре, которая у нас тоже есть. Всего в этом пэке было 4 пары. У нас 2. Это мультиколор бежевая. Еще была черно-белая такая типа Oreo и бирюзовая. И кроме этого, Pharrell Williams замутил еще одну пару специально для Sneaker Con. Точнее, комплекс Con. И она там была представлена. А у нее такой черный цвет. Вышивка U-Nerd. И эти кроссовки стоят там каких-то уже бешеных денег. Вторая пара выглядит тоже абсолютно так же в такой же коробке. Я думаю, вы уже примерно представляете, что здесь ценник на 17 020 рублей. И бумага. Бумага такая же. И вот сами кроссы, смотрите. Дышите глубже, как говорят они. Breathe. То есть дышите. И здесь бежевый цвет, черная вышивка. Соответственно, Boost, желтая outsole, такая резиновая, такая же абсолютно, как и в том кроссовке с таким агрессивным протектором. Вообще, как бы, типа осенний релиз, вы можете как будто ходить в горы в них там. Но я не знаю, это просто вдохновлены трейловой историей, так написано. Здесь идут шнурки такие трубчатые с точечками белыми и черными. И мне нравится то, что на стельках используются... Ну, стельки очень похожи на то, что было в обычных NMD-шках. Вы видите, что там такие соты, через которые вы видите буст. Стельки не вынимаются, они приклеены. И вот в оригинальной версии у них идет такой рисунок цветной. Я видел сравнение какое-то с неоригиналом. Там было, как в NMD-шках, просто написано буст. Здесь написано walk, то есть гуляйте. Чуваки, гуляйте больше, не сидите столько перед компьютером. Гуляйте, это реально важно. И дышите свежим воздухом. То, что вам говорит Pharrell Williams. Вот здесь идут шнурки
в комплекте фиолетовый с такими зелеными точечками. Это чисто вот трейловая история, вот эти все цвета. Мне напоминают сразу же коллаборацию с Акони и Пенфилд. Помните, у них был такой релиз, именно тоже вдохновленный трейловой историей. В принципе, здесь больше не о чем говорить. NMD-шки все очень хорошо знают. Кроссовки 2015 года уже носятся всеми. И здесь у нас идут светоотражающие такие вот акценты на задней стороне с логотипами Pharrell Williams и Adidas. Верх, опять же, из Primeknit. Здесь он однотонный, такой вот песочного цвета. В принципе, все, ребят. Вот кроссовок у нас там на 50 тысяч рублей как бы. И как это вообще понимать? Блин, мир куда-то катится, просто продают тряпку, резину и пластик за такие деньги. И мне кажется, это гениальная работа маркетологов. Но как вот людям поступать, не знаю. Конечно, кроссовки очень комфортабельные, действительно. У меня были NMD и до сих пор есть. Немножко вот тут протерлось уже там спустя полтора года. Но в целом они носятся хорошо, действительно дышат хорошо, комфортно, все, отличные кроссовки. Ну, я думаю, что эти абсолютно теми же свойствами обладают, потому что единственное, тут нету вот этих петелек, да, и шнуровки, как в обычных NMD-шках, R1 я имею в виду. Ребят, пишите в комментариях, что вы думаете про эти кроссы. И так как размер Ritin оказался, мы попросили разрешения примерить. Сейчас будет видосик из студии, как Рита их примеряет. Еще раз хочу объяснить вам то, что не в каждом ролике мы примеряем кроссовки, потому что они стоят дорого, покупаются реселлерами для перепродажи, и будущие клиенты часто не хотят, чтобы кто-то примерял их кроссовки. Все очень просто. Но благо, мы дружим с реселлером, мы хотя бы можем их потрогать, вот так вот просто ощутить, как это Pharrell. Вот приложил руку сюда Pharrell Williams. И это очень приятно, потому что Pharrell Williams — это мега крутой чувак. В любом случае, даже не касаемо его музыкальной карьеры, а просто какой он стильный, модный, как он вообще все делает, это очень круто. Если вы не знаете, то обязательно посмотрите хотя бы его инстаграм. И подписывайтесь на наши инстаграмы, Маргарита Туманова и канал Крим. Подписывайтесь на канал Крим, собственно, ставьте колокольчик, чтобы получать все новенькие видосики. Спасибо за внимание, с вами был Никита, всем пока. Рит, ну что тебе? Да как? Ты угораешь, я ж не накрашена. Да не видно в темноте. Нет. Как тебе вообще NMD-шки эти по цене Easy Boost'ов? Что скажешь, Рит? Да нормальные, я бы такие взяла, только, наверное, черно-белые. Арео типа? Да. Чуваки, встретили ребят из Dope Shop, и здесь я выяснил, что они купили 27 пар Human Race'ов. Чувак, как тебе удалось купить 27 пар? Ну, очень просто. Пишешь нужному человеку, он тебе отправляет 20 пар, 7 пар ты покупаешь в России. Пипец. Самое интересное, что вот здесь... Здесь еще одна пара тех же Human Race, которые мы анбоксили только что. Но прикол в том, что она из Москвы, видите, и она стоит 16 790. То есть в Москве цены дешевле, чем в Питере. Почему? Какой размер ноги? 15 плюс. 15 плюс, да. Здесь у нас зелененькие. Нет, это беленькие. Они это... просто грязные немного. Закончил. Побеспалил.